Вітаю вас! З вами Тетяна. Привіт, привіт, моя хороша. З вами Тетяна. Я нахожусь в торговому центрі Акілан Плаза, Київ, Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. І сьогодні ми з вами посмотрим актуальні сумки, класні сумки і одежду. Ну, в общем, по ходу будем смотреть, что же у нас здесь продается. Твинсет. Такая одежда. Бежевый цвет. И такой миленький-миленький цветочный принт. Видите, такие платьица продаются. Яркие травянистые шопперы. Вот такой у нас интересный магазин. Бахрома, все это носим, бахрома, блески, полупрозрачность, это все в моде в этом году. Радуемся, когда есть минутка, улыбнитесь. Друзья мои, нам трудно в Украине, а еще труднее нашим парням, мужчинам на фронте. Верим в ЗСУ, помогаем, наша семья всегда донатит на ЗСУ, верим в нашу победу. Вот наши мужчины придут с войны и наденут вот такую классную одежду. И в тылу мы здесь работаем, платим налоги, чтобы у нас все было хорошо. Всего доброго, друзья. Ну и давайте немножко посмотрим приятных каких-то цветов, приятной одежды. Поднимем немножко себе настроение. Луиза. Джерано, наверное, так произносится, если неправильно, поправьте, девчонки. Я понимаю, что украиночки, украинцы, для нас это не самое главное. Напишите мне, пожалуйста, нужны ли вам такие видео. Помните, мы все время с вами бегали по магазинам, рассматривали коллекции, смотрели модные тенденции. Все это уходит на второй план. Но все равно хочется посмотреть что-то приятное глазу. В то же время мы не забываем, в какой обстановке мы сейчас находимся. Все-таки не падаем духом и верим в победу. Вот такие вот вкусные платья, рубашки продаются в этом бренде молочного цвета. Костюм, брючки такие с подворотом очень-очень широким. В самом магазине вот такая вот одежда. Видите, такие вот безрукавки с капюшончиком. Такое вот платьице 21 тысяча она стоит, 26 400. Есть еще зелененькие, вот это даже лучше, больше сочетание можно с такой курткой. Базовый цвет классный, 21 тысяча такое платьице. То есть закрытый верх, укороченный рукавчик, присборено. Вот еще длинным рукавом, ну, уже весенне-летняя коллекция. Прикольные здесь вещи, конечно. 13 200. Вот это платьице мне понравилось. Такой рукавчик здесь на резиночке, на талии. Продолжаем смотреть витрины магазинов Океан Плаза. Маккен. Вот здесь цветочный принт, клетка. Смотрите, что предлагают нам носить весной, летом. Вот этот комплект можно разобрать и по-разному носить вверх, вниз, по очереди. Вот такие вот рубашки, цветочный принт, а низ однотонный. Вот формула лука прекрасная. В общем, много зеленого, как я вижу здесь в этом бренде. Белые брючки и зеленый верх. Ну, вы знаете, верх-низ можно сочетать. Если что-то цветное, то другой должен быть однотонный. Тогда как-то это все лучше смотрится, когда все такое принтованное сверху и снизу, то не очень. Вот еще такая одежда. Сочетание розово-зеленого. Здесь такие платьица на резинке, пояс. Зодик Вольтер. Здесь вот такая интересная одежда и обувь.
магазинах я не вижу, чтобы сильно прямо уж поменялись модели, знаете. Как носили мы такие простые вещи, так и продолжаем носить. Вот такая вот сумочка. Плащ. В общем, одежда на весну, на осень. Прикольный такой худи, брюки, такой спортивный костюм. Спортшит нас не покидает. Красная куртка. Торговая марка Пинко. Сейчас молодежь пройдет, покажу вам. Вот такая одежда. Много розового, как вижу. В торговом зале тоже очень много. Такие кардиганчики очень коротенькие. Сумочки Пинко. Здесь различные есть и золотым, и с серебряным напылением фурнитура. Что здесь у нас? Куртка такая. Очень много заклепок. Розовое платье. А, нет, не платье, это юбка и коротенький топик. Животик виден. Так что, девчонки, качайте пресс, потому что очень много классных моделей с открытыми частями. Так что животик должен быть красивым, раз уж надеваем такую одежду. А здесь черный цвет, лампандово-сиреневый. Тоже такой вот интересный жакетик, юбочка. Как вам одежда в Пинко? Прикольно. Здесь есть хорошие шелковые топы. Как-то я заходила, смотрела. Посмотрим коллекции, какие представлены у нас в Украине. Это Макс Мара. Вот, показывает нам такие самые простые джинсы, пальто коротенькое, бледно-розового цвета, с каким-то прикольным, то ли мишка, то ли еще какой-то персонаж отсвечивает. Не очень хорошо видно такой свитерок. Юбочка коротенькая. Вот. Такая жилетка, джинсы самые обычные, прямые. В принципе, такие джинсы лучше всего покупать, они ко всему подойдут. Можно много разных луков с ними составить. Вот такая вот блуза с пышными рукавами. Новая коллекция поярче уже будет. Смотрите, такое платье интересное. И здесь тоже яркие платья, желтые. Зеленое сочетается классно. Что здесь у нас? Прикольные футболочки. Викенд написано, такой растительный принт. И вот такое вот платье. Смотрите, какое нежное, с длинным рукавом. Длинное платье-халат, в общем. Платье стоит 17 тысяч гривен. Здесь в голубых тонах. Вот юбка тай-дай широченная такая из джинса. 14 400 стоит. Такие здесь блузочки, юбки. А нет, не юбки, это брючки. Уже на лето. Вот такие вот свитерочки. Желтые жакетики. Вот такая полуспортивная вещь. Тоже прикольно смотрится. Стоит это все непонятно. 9000 чем-то. 9070 гривен. Вот. Оранжевого цвета много. В общем, оранжевый, зеленый, красный, синий. Да, в принципе, все цвета модные. Девчонки, смело сочетайте. Вот смотрите, здесь украшения. Кралового, розового. Есть такой же свитер в голубом цвете. Видите? Футболочки такие тоже прикольные. Стоят 4090 гривен. Такой принт здесь интересный. Брючки голубые. Ну, классный бренд. Люблю Викенд Макс Мара. Они очень дорогие, но в то же время очень качественная здесь одежда. Такие вот романтичные блузочки. Стоит она 10700. Это шелк. Понятно, что это не будет дешево стоить.
И такие вот жакеты классные. Кстати, очень люблю такой цвет. Голубой жакет. Смотрите, полуприталенный. Не стоит такого. Цену пока найдешь, состаришься. 14 тысяч, очень 15 тысяч гривен такой жакет. Смотрите, какой он классный. Супер. Нравится мне. Можно купить костюм, брючки. Такой вот. Вот еще такая вот блузочка. В общем, шелк в районе 10 тысяч гривен стоит. Вот еще прикольный Weekend написано, тоже цвета милашные такие. Смотрите, какой заяц. Мишка Тедди в продаже. И много чего на скидках. В общем, классный бренд. Будет победа, будем наряжаться, девчонки, праздновать. Боже, как хочется мира. Боже мой, берегите себя, мои хорошие. Поддерживаем наших воинов. 25 тысяч гривен. Донатим на ЗСУ. Прям призываю вас. Они наши защитники. Они наши воины. А я вам немножко подниму настроение такой вот красотой. Здесь хорошие платочки. Часто бывает шелк, шерсть с вискозой. Шерсть с шелком. Так что, кого интересует, немножко показала вам. Классная погода, красивые цветы, немножко радости в этот день. Хочу вам подарить вот эту картинку. Полюбуйтесь. Надеюсь, у вас все хорошо. Напишите, где вы, как вы. Давайте немножко пообщаемся. Будьте здоровы, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.